Вирус у нас теперь в Швейцарии, дошел и до нас. Что вы хулиганите? Шар завязан. Бонни навалила кучку, не могут найти. Сейчас будут с фонариком искать. Посмотрите, что происходит у нас. У нас снег пошел первый раз. Первый раз вообще за всю зиму мы видим здесь снег. Я в шоке, конечно. Мы только позавчера бегали босиком. Вот здесь вот. В шортах, в футболках. И сегодня идет снег. Как такое вообще возможно? Боже мой. Обалдеть. А Бонни, между прочим, еще снег никогда не видела. Это твой первый снег, Бонь? Подожди немножко, сейчас насыпет, я тебя выпущу. Все, травку не видно. И твой велик, да? Травку не видно, все засыпало. Девчонки в школе? В школу пошли девчонки? Бонечка, отпустить тебя? Отпустить тебя на снежок? А, Бонюсь. Давай Бонни отпустим на снежок. Нет. Нет? Она еще снега никогда не видела. Представь себе какое-то счастье. Представь себе, какое счастье. Она сейчас снег увидит. Она его. Она побегает по нему. Пустим? Ну давай. Ну что, Бонь, давай. Вперед. Я вот. Вот так вот. Для Бонни это первый снег в ее жизни. Ой, Вонюська, Вонюська. Ей, по-моему, все равно. Я она за игру. А вот у нее замело снегом этот мячик. Она его облизывает. Не может понять, что это такое там. Взять не может никак, что такое холодное. Бери, 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 не бойся. Вот так, потряси, потряси. Давай сюда, ко мне, Бонни, ко мне. Бонни. Ой, как ей не холодно. Я уже замерз, знаешь. Ну все. Пусть поиграет немножко. Всем привет. Нам нужно на... Швейцария. Швейцарию. И сегодня в снежки. Так, сегодня папа поехал за продуктами. У нас какой-то кризис начинается. Магазины опустошают, все скупают, потому что вирус у нас теперь в Швейцарии, дошел и до нас. По-моему, в 3 или 4 городах уже нашли, даже в нашем городе есть. Но мы живем... А в Аргау 27 людей. Заболели? Ну вот. Ну мы, получается, не в самом городе, мы за городом живем, поэтому как бы это от нас еще далековато. Но все равно сейчас по магазинам, папа, вот папа поехал в магазин, сказал, что там уже консервы, вот это все продукты, которые хранятся долго, уже почти скупили все. И он сегодня вот взял то, что смог. Да, консервы там взял, масло взял, макароны, рис. Видишь? Вот самое такое основное. Булочки! Булочки, конечно, как Ксюша просила. А конфеты? Конфет нету, все. Все раскупили конфеты. Конфет вообще не осталось. Представь Чего? Себе. Конфет нету, раскупили конфеты. Пока не трогай, Маргарита. Я не знаю, папе, зачем компьютер. Пускай сам настроит либо немецкий, либо испанский. И что там надо делать? По-моему, Родион тоже в такую игру играет. Правда? Вроде да, я у него увидела в телефоне. В общем, вот так вот. Такие вот у нас дела, ребят. Запасаемся продуктами, да, потихонечку. Они все потому что потом неизвестно, что будет. Папа велики привез. Они еще там были, в старой квартире. Представляете, сколько времени? 2 месяца там стояли. Не, Бонни уже гуляла, Ксюш. А Маргарита велик? Завтра. Завтра? И куда мы их ставить будем? Туда вниз. А там хватит места? Макс угу. Велик нельзя туда ставить, потому что там только для больших. У Макса маленький велик. Сама трогай. Ты уроки делаешь? Угу. Давай, делай. Ты тоже уроки делаешь? Ксюня, пока! Мы будем скучать! Возвращайся поскорее, пожалуйста.
Мы будем скучать. Давай, не теряйся там. Быстренько сразу домой. Я не буду скучать. Ты не будешь скучать? Ах ты какая! Что там такое? Что вы хулиганите? Не хулиганичите. Не хулиганичите. Я понять не могу, что камера оранжевая какая-то. Все, так вроде нормально? Или то, что ты в оранжевой кофте, все оранжевое кажется. Не знаю, ребят. Что-то с камерой не то. Волосы у тебя кажутся оранжевыми, а не розовыми. Что тебе в школе сказали? А? В школе что тебе сказали? Ничего. Красиво или некрасиво? Красиво. Никто не ругал, учительница не ругала? Нет. Ну хорошо. Здесь все можно. Детям, да, детям все разрешают. Приходить в чем хотят, с ногтями, без ногтей, с волосами, без волос. А конфеты где? И это все, что ты купила? А себе что купила? Ничего. А почему? Почему? А Максу что? Тоже, Каролина тоже с ним должна делиться. А где ты играла? Я думала, ты пойдешь в магазин, потом придешь сразу. А где ты играла? На улице. А кто там еще был? Так, вот эти два мальчика, потому что у других всех школа. А Ксюшу не видела? Сейчас Ксюша придет. Собака там твоя разрывается, зовет тебя. Я ее искупала, кстати. Да, потому что она там в огороде бегала, она вся была мокрая, грязная. Мне пришлось ее... Я думаю, что я буду сейчас ее сушить? Пойду сразу искупаю. Вот она. Высушила ее уже. Высушила ее. Мне нужно учить вот эти фразы. Читаю. Все написал. They are clapping. Знаешь, что такое clapping? Clap, 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 clap. Clapping. Вот прям диктовать вам будут так? Нет. А что? Там будут картинки, да. И потом мы должны там писать, ага, она сказала. Понятно. Ты картинки запомнил? Да. Написала? They are dancing. Dance. Dancing. Угу. Ну какие мальчики. С конфетками приходят в гости, да? Они вообще без пустых... Без пустых... С пустыми руками не приходят, да? Обязательно конфетки принесут. Хорошие мальчики. Хорошие мальчики, воспитанные мальчики. Здороваются всегда, еще и по-русски здороваются. Специально выучили русские слова, привет и пока. Приходят и со мной по-русски здороваются. Потом, когда он придет, в следующий раз он скажет, как дела? Ну вот, уже учим друзей русскому языку. Они приходят, привет, здороваются, уходят, пока, говорят. Такие прям это, всем руки пожмут. Так, готовится ужин. Так, что там, Маргарита, ты решила математику? Сколько у тебя осталось? Вот. Давай быстрее, сейчас кушать будем. Каролина, ты где рисуешь? Это твоя книжечка? Да. Что ты, Маргарита? Давай решай. Маска тебе не поможет. Ага. Маска помогает на минут 15, первые 15 минут. Почему? Ну потому что. Почему? А болезнь передается через глаза. Ты что, наденешь на этот? Нужно тогда вообще надевать этот противогаз? Чтоб тебя защитило 100%. Через глаза передается, через слизистую. Где? Если с тобой будет рядом стоять, ты наденешь маску, у тебя через глаза этот вирус пройдет. Я внесу в эту маску. Да, вот так глаза закрыла, закрытыми глазами разговаривать. Угу. Да. Мама, в школе у вас ходят в масках? Нет. Тут нет, только одна девочка. Вероника. Возьми фонарик и ищи. Нет, я знаю. Макс, не поломай лампы. Мама, а ты что я делаю? Что ты делаешь? Ты снеговика лепишь, что ли? Мама, ага. Фонарик. У меня нет фонарика. Бонни навалила кучку, не могут найти. Сейчас будут с фонариком искать. Иди ищи кучку.
Все, давайте, заходите, Макс. Только не забудь, она замерзнет там уже потом. Все, пойдемте. Какашка замерзнет. Да, превратится в ледышку. Боньку, Боньку загоняйте, давайте. Все, давайте уже спать собираться. Боньку загоняйте. Шар завяжем. Аленка. Аленка. Спать. Нет. Да. 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 Завтра поедем с папой за продуктами. Много-много. Да, много-много будем покупать. И конфет, самое главное, конфет. Конфеты самое главное. И мороженое. Конечно. Угу.